Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, без модов, только с одной командой, где сегодня мы будем рассматривать, как призвать в наш мир Майнкрафта самих богов, попытаться их убить и забрать ихние способности, себе забрать вот эту всю всемогущую власть и мощь. Поэтому, ребята, если вы заинтересованы, то оставайтесь и смотрите это видео до конца, но перед этим я хотел бы вас попросить, как обычно, поставить лайк. Ведь если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то в ту же секунду выйдет следующая серия без модов. Я вам, ребята, честное слово даю свое слово. Также не забываем оставлять свои комментарии и подписываться на мой канал. Я рад каждому новому подписчику, поэтому я хотел бы вас попросить, подпишитесь. Я буду очень сильно этому рад. А на этом мы приступаем и сейчас будем рассматривать, что и как делается. Ну что, ребята, что мы будем делать? В первую очередь, как обычно, нужно себе выдать командный блок. Делается это все очень просто, мне кажется, каждый вот это знает, поэтому быстренько себе выдаем, вот так, и у нас уже все работает. Давайте поставим, фиг его знает куда, может куда-то вот сюда, мне кажется, тут будет прикольно. Ставим сюда и пишем команду. Вот она, ребята, появилась, и что сейчас нужно сделать? Активировать вот этот командный блок. Опа. Бум. Ну что, ребята, вот это заспавнилась сама машина, вот этих призыва богов заспавнилась, и что мы будем сейчас делать? В чате нам дали такую небольшую информацию, как призывать богов, как их вызывать на бой и что вообще делать. Что нам нужно? Во-первых, нам нужна наковальня. Во-вторых, нам нужна магма крим. Вот так оно называется на английском. Что нам нужно сделать? Нам нужно поставить наковальню и переименовать в трибут. Вот так это называется. Все, замечательно, я еще сейчас немного звучок убавлю, больше нам ничего не нужно. И знаете, что мы с этим сделаем? Мы призовем алтарь богов. Что нужно сделать? Это просто выкинуть на землю вот этот трибут, это у нас алтарь богов. Если вы хотите его убрать, то есть удалить, вам просто-напросто нужно выкинуть уголь на землю, и он пропадет. Дальше, как заспавнить самого бога? Вы можете заспавнить рандомных богов. То есть не только один, а их много, такие как Зевс, Посейдон и вот эти все боги. Если честно, они очень и очень даже прикольные. Я уже немного подготовился для сражения. Я надеюсь, что я смогу с ними сразиться, потому что не все же показывать просто-напросто команду. Если ты будешь сражаться с богом, это уже будет немного интересно. Поэтому мы попытаемся. Возьмем хавчик, выключим гимод и как его призвать. Как его призвать? Вам просто-напросто нужно выкинуть слиток, золотой слиток в этот огонь. Фух, ну и кто нам? Геркулес! Бог силы! Нифига себе, ребята! Мы призвали Геркулеса. Это очень и очень и очень даже круто. Смотри, сколько он эффектов на нас накладает. Это бог силы Геркулес. Все знают о его поступках. Ну, может, не все, но я хотя бы хотел бы надеяться, что все, потому что кто же не знает Геркулеса? Кто же его не знает? И мы его убили, потому что у меня шмоточки, ну, нормально так зачарованы. Что нам с него выпало? Смотрим. С него нам выпал меч Геркулеса на Sharpness 5. Да, он немного слабее, чем алмазный меч, фул зачаренный, но зато он, можно сказать, каменный, да, то есть, видите, он каменный меч, но все же зачаренный неплохо. Так, давайте посмотрим меч Геркулеса. Мы убили первого бога. И давайте приступим к следующему. Следующий босс у нас получается Хейтс, бог подземного мира. Я не знаю, кто-то знает, что это за бог, но этот бог... Ух ты, страшный бог, он правит подземным царством, кто хотя бы чуть-чуть увлекается вот такой мифологией, то Хейтс, бог подземного царства, как и видите, он на нас накладывает даже свои страшные, мать его, эффекты, при которых я, если честно, вообще нифига не могу видеть, только
только вот этот страшный, жуткий черный дым и вот этого полу-эндермена, полу-какого-то седого мужика, полу-зомби. Но все же мы убили Хейнца. Хейнц. И что нам выпало? Нам выпала его адская лошадь. Ребята, если вы берете в руку этот предмет, давайте вот это все выложим сюда. Если вы берете в руку этот предмет, то вы можете заспавнить лошадь, транспорт самого бога подземного мира. Мы спавним, и у нас спавится адская лошадь. Мы можем сесть и просто-напросто покататься на адской лошади. Мне кажется, многие бы хотели вот это сделать. Это очень просто. Как просто? Нужно убить бога. Всего лишь. Вот, ребята, все. Мы убили второго бога. Давайте приступим к следующему. Кто же у нас будет на этот раз? На этот раз у нас, мать его, опять нет. На этот раз... На этот раз у нас Зевс, бог грома и молний. Это жопа. Это жопа, какой он сильный. Смотрите, сколько молний он призывает. Он нас зажаривает просто-напросто целиком. Я надеюсь, что мы его сможем убить перед тем, как он нас просто-напросто зажарит. Да, ребята, мы его убили. И нам выпал Зевсовый молнии Зевса. Это просто офигеть. Что мы можем делать с этими молниями? Если вы берете в руку, то, как я знаю, если вы просто-напросто выбираете вот этот итем, берете его в свою руку, да, то, сейчас мы проэкспериментируем. Опа, что же случится с этими зомби? Давайте посмотрим, когда, наконец-то, гром и молния ударит с неба и ударила, но не прямо, она такая суперская. Как я заметил, вы не можете прям так фигачить этими молниями, как сам Зевс, конечно, потому что вы не Зевс, вы только владеете его пушкой. Вы можете призывать молнии там раз в 10-15 секунд. Это не чересчур сильно, но все же может даже вам когда-то пригодиться. Это, если честно, и очень даже прикольно. Мы, ребята, приступаем к следующему богу. Следующий бог у нас Кронос. Если вы не знаете, то это бог времени, он может перемещаться, и как его нужно... Здрасте, приветики, где я? Вот он, паскудина, я вернулся, ты меня не ожидал, зараза. Его очень простенько убить, если ты его застал врасплох, зашел со спины и пум-пум-пум, его, в принципе, очень просто убить. Только я не вижу, чтобы он дропнул мне свое тайное оружие. Я буду надеяться, что все-таки он мне его дропнул, но нет, мне, походу, придется убить его еще раз, мать его. Ну ладно, ребята, давайте еще раз вот тут немного пробегу. Нет, к сожалению, он нам не дал свое оружие. Ладно, сейчас. Наконец-то я его еще раз заспанил, еще раз убил, и смотрите, что мне выпало. Мне выпало оружие самого Кроноса. Что оно делает, Кроноса? Короче, неважно, что оно делает. Оно, давайте включим ночь, time, set, night, оно, смотрите, оно замораживает время. И на меня все прут, что мне делать, куда мне бежать? Просто берем в руку его оружие и замораживаем время на 20 блоков вокруг себя. То есть там оно все нормально работает, но 20 блоков вокруг тебя это все заморожено. То есть, офигеть, вы можете повелевать временем. Ребята, просто-напросто подумайте, вот даже вот тут паучина, который прыгнул, и тот даже завис в воздухе. И сейчас опять на нас все прут, берем в руки, и опять все просто-напросто заморожены. Это просто нафиг офигеть, как круто, и вообще нереально круто то, что делает вот это оружие. Приступаем к следующему богу. Следующий бог это у нас
Посейдон. Это просто офигеть, ребята. Вы можете сражаться с самим Посейдоном, богов морей и океанов. Это просто офигеть. В принципе, все знают, что Посейдон повелевает водой. Тут ничего, ничего какого-то специфического нету. Мы его так быстренько убили. А нет, это мы не его убили, это мы убили его питомца, извиняюсь, Посейдон, я не хотела его убивать, но все же нам же нужно показать, что будет делать умение Посейдона. Оно засасывало куда-то в канализации. Нет, чувак, нет, не засасывай нас, пожалуйста. Ай, вот смотри, он подкидывает, и мы вроде не можем в него стрелять. Офигеть, это долго. Будет очень долго, мне так кажется. Давайте я... Ой, где он? А, нет, все, мы его убили. Мы его убили. И что делает... Что делает его оружие? Что вы сможете делать? Вы сможете ходить по воде с этим оружием. Как это работает? Вы берете просто в руку и... Туда, куда вы идете, все. Все вокруг вас замораживается, то есть вода превращается в лед. Даже если вы прыгнете вниз, вот, например, вы сейчас находитесь на дне, вы берете в руку и просто-напросто вас выталкивает наружу, и вы просто можете повелевать всей водой, которая просто-напросто... Вы не сможете утонуть. Все, что вам нужно, это просто-напросто взять в руку этот предмет, и все. Вы можете... Просто перебегать океаны в прямом смысле, перебегать океаны в поиске новых биомов, ресурсов, предметов, мобов и многого другого. Если честно, это тоже, в принципе, очень даже полезный предмет. Приступаем к следующему богу. Следующий бог — это у нас Хелиос, бог солнца, который просто-напросто нас будет поджаривать живьем. Я, наверное, к сожалению, не смогу у него забрать его оружие, потому что, как видите, он просто-напросто все поджигает. И как только мы его убьем, то его оружие выпадет на землю. И да, ребята, мы его, к сожалению, не сможем поднять. С этим мы ничего не можем сделать. Его оружие выпадает, сразу же сгорает. Но его оружие также призывает вокруг вас кучу огня. И также вы можете просто-напросто потушить весь огонь вокруг себя. То есть две способности на выбор. И мы приступаем к следующему богу. Кто же у нас еще там остался? Следующий бог — это у нас Венус. Бог любви. А лучше к ней... не подходить, потому что если вы подойдете, то она вас просто-напросто может даже сказать залюбит. В каком смысле? Она вас будет затягивать под землю, то есть вы выпадете с мира. Поэтому лучше к ней даже не подходить. Я, в принципе, могу попробовать, ну давайте. Да. Поэтому лучше, ребята, даже не пытайтесь с ней вступить в связь. Лучше даже не нужно. И вот мы ее убили, и что нам выпало? Какое оружие выпадает с бога любви? Давайте посмотрим. Выпал такой маленький цветочек, который вообще не дает ничего себе знать. Но что он делает? Знали бы вы, ребята. Это цветочек для тех, кто... хотел поучаствовать в оргиях. Да, ребята, в оргиях. Вы не знаете, о чем я говорю? Ну, давайте сейчас посмотрим, что же это за оргии. Все свинюшки, все поросята и все курички. Курички, не знаю, что это за слово, но пускай будут все курицы. Если вы возьмете в руку. Если вы возьмете в руку этот цветочек, то они просто-напросто начнут... шпили-вили друг с другом и просто-напросто начну делать маленьких поросяток, маленьких коровушек, маленьких, я не знаю, работает ли это на куриц? Да, работает даже на куриц, смотрите, сколько их уже тут развелось. Короче, дело ночи, и у вас появится прям своя ферма всех зверюшек просто-напросто за пару секунд. Долго это держать не нужно, потому что мы разведем сейчас фиговую тучу вот этих всех зверей, поэтому лучше даже не нужно. Мы приступаем просто-напросто к следующему богу. Кто же у нас там еще остался?
И последний бог — это у нас Артемис. Это опять девушка, да, и это, кто не знает, то Артемис отлично владеет луком, и, в принципе, это ее самая большая способность. И смотрите, что мы выбиваем. Конечно же, лук. Если она отлично владеет луком, значит, мы с нее выбьем лук. И что это за лук? Это лук, который взрывает. То есть вы стреляете ТНТ. Как это все работает? Просто, например, стреляете под ноги, допустим, вот так. Да твою мать, нужно просто не попадать в зомби. Вот так. Нужно именно стрелять под ноги, не в, точнее, не нужно куда-то попадать, а именно нужно стрелять под. Например, вот сюда мы стреляли, вот сюда. И все. И это есть. О, давайте, давайте. Опа. Коровушка? Нет, не попа. А ну, коровушка. Опа. Зафигачили. И, в принципе, ребятушечки мои, мне кажется, на этом уже можно заканчивать. Потому что на этом это все подошло к концу. Больше нету богов. И вот это было самое прикольное, потому что это действительно очень полезно и очень, если честно, так заманчиво, то, что вы можете призывать богов, дарить им как будто дар, да, золотой слиток, как будто приманивать, а потом пытаться зафигачить и забрать силу. Это мифические боги, вы сами знаете, кто это такие, поэтому я надеюсь, то, что эта серия вам понравилась. Если так, то не забываем поставить лайк, ведь если мы наберем 700 лайков на вот этой серии, то в ту же секунду выйдет следующая серия без модов, поэтому я могу выпускать для вас серии часто, как часто, зависит только от вас. Также не забываем оставлять комментарии и общаться с своими подписчиками, и последнее, не забываем подписываться на мой канал, я буду рад каждому новому подписчику, который вступит в нашу большую дружную семью. Поэтому я хотел бы вас попросить подписаться, не забываем. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.